Облачно с прояснениями. Девиз четверга. Беларусь накрыла теплая воздушная масса, которая пришла с Западной Европы. Покой не дает лишь ветер, но к нему горожане уже привыкли. Девушки перестали наносить на губы глянцевый блеск, чтобы волосы не прилипали, а мужчины не рискуют и надевать кепки. В противном случае придется побегать за ними по улице. В США растет число жертв торнадо. Стихия уже унесла жизни 5 человек, пострадали еще 20. Непогода прошлась над штатами Оклахома и Техас. Разрушены дома и инфраструктура. В Нидерландах тем временем эвакуируют граждан, всему виной лесные пожары. Когда люди смогут вернуться домой, пока неизвестно. Возгорание в заповеднике было зафиксировано еще 20 апреля. Из-за сухой и солнечной погоды потушить огонь пока невозможно. В Беларуси конец апреля обещает быть по-настоящему теплым. По прогнозам синоптиков, уже в предстоящие выходные в отдельных регионах страны воздух прогреется до 20 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. В пятницу с юга Балтийского моря придет теплая и неустойчивая воздушная масса. Температура воздуха в Бобруйске немного повысится. Минимальная ночью плюс 7, максимальная днем 17 тепла. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.